Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 сентября и самое время приступить к тем закускам, заправкам, заготовкам на зиму, в которых нужно использовать вот уже поспевший острый перец и, конечно, яблоки. Нынче я за яблоками плохо поухаживала, и у нас много яблок, ну, не обработала от червей. Много яблок оказалось червивых, много падалицы. Но я не расстраиваюсь, мы сейчас наварим компот, сделаем вот таких заготовок, как аджика, аппетитка. Мне очень нравятся вот эти заготовки на зиму, в которых присутствуют яблоки. Яблоки придают какой-то неповторимый вкус, неповторимый аромат нашим закускам. И самый-самый мой любимый рецепт, многолетний, вот опять из этой старой тетради, я сейчас вам покажу, это приправа к мясу аджика. Что мне в ней нравится, ее можно сделать, сейчас я вот наведу, и кому нужен рецепт точно, он может почитать. Ее можно сделать более острой, можно сделать более мягкой. Сочетание яблок, томатов, моркови, лука, чеснока, острого перца, всего этого уваренного, оно создает какой-то неповторимый вот такой привкус. Она может выступать чисто аджикой, если вы положите именно то количество перца, которое указано, и то количество чеснока. Если вы хотите более мягкий вариант, который называют аппетитками различными, ну, такие вот, то можно количество острого перца убавить до минимума, можно вообще не ложить. Тогда будет именно вот такая аппетитка, такая немного пикантная она с чесноком. Можно чеснок вообще убрать. Тут фантазируем, как хотим. Я сейчас прочитаю вам рецепт и расскажу, как я ее делаю. Вот написано, на 4 литра готовой приправы необходимо взять 3 килограмма томатов. Я томаты режу любые, можно не обязательно спелые на кусту. Вот сейчас осенью, которые на дозаривание положили, они как раз прекрасно идут на все эти аджики, заготовки. Там не важно, где он поспел, на кусту или нет. Вот 3 килограмма таких томатов, красных помидор, 200 грамм чеснока и по 500 грамм всего остального. Вот этого сладкий перец, лук, яблоки, морковь. Вот он, сладкий перец у меня нарезанный уже. Вот они, яблоки. Сейчас порежу лук и морковь. Все они в равных долях берутся, по полкило. Потом берется пол-литра подсолнечного масла, потому что объем все-таки будет большой. 3, 4, 5, около 6 килограммов. И 1 столовая ложка сверхом соли. Овощи, конечно, все промыть, очистить, удалить семена из салатного перца, все подготовить и все пропустить через мясорубку. А горький перец перемолоть можно с семенами, так он более острый и более ароматный будет. Но я семена убираю. Смесью наполнить кастрюлю, я вот вам читаю, а я вот в свой казан все это выливаю. Добавить масло с солью, все хорошо размешать, поставить на огонь. И когда закипит, 3 часа на слабом огне варить, все это уваривать, часто помешивать. Готовую аджику в горячем виде разложить в чистые банки. Ну, как обычно, вверх дном и укутать. Единственный недостаток у этой закуски, у аджики, что ее долго варить, 3 часа на слабом огне, тут уже от нее никуда не уйдешь. Но так как я сейчас все равно режу весь этот перец, я показывала вам сегодня, что я Винни-Пуха изрезала, потом еще какую-то ласточку, я все равно здесь нахожусь, я буду резать перец, вытряхать из него семена и буду помешивать эту аджику. Это очень вкусная заправка, еще раз говорю, универсальная. Если побольше, если... Так, горький перец... 10 стручков горького перца я то ли пропустила. А, ну я показывала, кому надо, прочитают, потому что я, наверное, перепрыгнула через стручку, и про горький перец что-то я плохо помню, что сказала. Если покласть поменьше горького перца, будет просто аппетитка. Зимой восхитительный вкус. Вот эти яблоки, перец, все это, морковь, томат, все это уварится, будет такая, как в виде икры, такая кашеобразная. Очень вкусная закуска. Всем рекомендую. Вот этот рецепт у меня записан. Сейчас скажу, когда еще младшего сына не было, ему сейчас около 30 лет. Вот все эти 3 десятилетия я варю этот рецепт. По этому рецепту аджику. Все у нас ее любят. Всем она нравится. Но я делаю разные. Одним я делаю поострее,
одну партию, а другим помягче. Сначала я употребляла вместе с сыном ту, которую поострее, теперь перешла в другую группу, та, которая помягче, которая просто аппетитка, потому что желудок острый перец уже не очень выносит. Все, до свидания, всем приятного аппетита. Используйте весь урожай, вот сюда даже пойдут и падалишные яблоки, и всякие вот эти надозаривания, томаты, и перцы, может быть, которые немножко бракованные. Все в эту аппетитку уйдет после трехчасового уваривания. Там все недостатки, все скрытые дефекты, они все испарятся. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это аджика, приправа к мясу. Но она идет не только к мясу, но и к макаронам, и ко всем крупам, и к гречке, и к гороховому пюре. Можно кушать хоть с чем. Даже можно как заправку несколько ложек добавлять в суп.